Третий год подряд Чувашская республика участвует во Всероссийском фестивале «Вместе ярче». По традиции, единые дни энергосбережения пройдут в сентябре в библиотеках республики. Экологические лекции, уроки энергосбережения, встречи со специалистами. Мероприятия, проводимые в рамках фестиваля, направлены на популяризацию рационального использования электроэнергии и бережного отношения к электроприборам. Мы на своих мероприятиях с детьми и со взрослыми говорим о том, какими способами можно сберечь энергию. Для детей это яркие игровые мероприятия, для взрослых это познавательные мероприятия. 2 года подряд мы проводили энергетический диктант, который собирал тысячи жителей не только нашего города, не только нашей республики, но и всей нашей страны. В этом году гостями библиотеки имени Юрия Гагарина в городе Новочебоксарске стали ученики 6 класса гимназии номер 6. Энергопатруль во главе с детективом Лампочкой и помощником Кнопой в игровой форме рассказали ребятам о том, как и за счет чего можно экономить энергию, к чему ведет ее чрезмерное потребление. Ну как же так? Ведь эти приборы давно были завязаны и все равно оставались включенными все. Запомните правило номер 1. Приборы от сети необходимо отключать, чтобы больше энергии сберегать. Интересные задания помогли школьникам понять, как все это применять в жизни. На сегодняшнем мероприятии я усвоила разные уроки по энергосбережению, что нельзя оставлять разные приборы включенными в розетки, надо экономить энергию, ставить энергосберегающие лампы. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика.